Ну что, друзья, снова здравствуйте. Новый влог. Тверская область, поселок Новозавидовский, вновь на проводе. Меня зовут Карина, я автор канала «Мисс Карина Зав. Мир глазами женщины». На какой, собственно, вы сейчас и попали, если вы меня смотрите. Мы сейчас на улице, на даче. Не надо нас ругать, не надо кидать нас палками, что мы не соблюдаем карантин. Мы не выходим без особой надобности. Собственно, мы все время сидим в четырех стенах, в пятиэтажке. Но сегодня мама на смене, и мы с Серафимом пришли, чтобы накормить кошек, закрыть сарай, потому что куры гуляют на улице. И здесь у нас как бы частная территория. Вот я показываю, видите, вот наш дом стоит, частный забор. И мы там за забором находимся. Сейчас мы просто вышли вот здесь вот на придомовую территорию. Но здесь вообще никого толком не бывает, если кто-то вот местные жители живут, которые постоянно и тоже никуда не уходят. Здесь, я считаю, гораздо безопаснее, чем если бы мы около вот пятиэтажки находились. И что бы вы думали, представляете? У нас около пятиэтажки детская площадка. Огородили лентами в субботу вечером. Утром в воскресенье я встаю, эти ленты уже все оборваны. И дети вовсю гуляют. То есть даже повесили объявление. Как бы так встать, чтобы меня было видно. Даже повесили объявление по поводу того, что вышел такой указ, что огородить все детские площадки, и чтобы дети не выходили ни на какие массовые мероприятия, никуда. Но народу ничто не помеха, никакие указы. Оборвали эти ленты, и в воскресенье к обеду даже эти ленты уже все убрали, даже оборванные с этой детской площадки. Но мы на детскую площадку не ходим. Мы вот приходим к бабушке вот здесь вот за забором, либо вот на территории вот здесь вот гуляем. Да, иди бери. Или хотя бы вот среди сосен здесь подышим немножко чистым кислородом. Причем здесь дорога, которая проходит вот вдоль домов, вот где мамин у меня вот здесь вот дом. Здесь вообще машины не проезжают. Очень плохая дорога, и машины не ездят. Поэтому вообще, ну, милое дело здесь находиться и гулять. Ветер сегодня сильный. Стрельнул, да? Ветер, правда, сегодня сильный, но ничего. Он не холодный. Я вот, видите, даже без шапки. А я, если вы меня давно смотрите, знаете, что я не из тех, кто действует по поговорке «дрожу, но форс держу». Да, еще сейчас все сообщают по своим городам, либо там по областям, сводки по коронавирусу. Представляете, у нас вчера, я с утра смотрела, в воскресенье было все прекрасно, ни одного заболевшего. Сегодня 13 число, понедельник, я посмотрела, за сутки 44 заболевших. Это вообще для нашей Тверской области это нечто. Да. Нам нужны палки, они же пистолеты. Не поди, чтобы еще и ракетницы были, пулеметы, гаубицы, пушки. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Капуста? Да бросьте. Капуста. Тара-та-та-та-та-та-та. Вот чем мы занимаемся дома, в самоизоляции.
Мы делаем аппликации. Конечно, в большей мере участвую я, но что мы хотим, ребенку 4 года. Но он с интересом, конечно, участвует во всем этом. Он выбирает тематику аппликации. Он очень настаивал. Немножко, знаете, такая пьяненькая божья коровка вышла, но все равно такая хорошенькая. Он очень настаивал, где глаза, где зрачки. Так что Серафим сказал, давай, давай, обязательно глаза сделай. А здесь такая уже немножко ошалела от самоизоляции божья коровка, уже глаза на вылупе. А рука Серафима, он честно, прям добросовестно и с таким прям неистовым азартом, давай обводи мою руку, и я еще вот придумала, что надо еще грибочек вот такой вот сделать. Серафим все намазывал клеем, карандашом. Я, правда, его спросила, Серафим, а в детском садике у вас есть такой клей-карандаш? Он говорит, нет, у нас такого нет. Ну, я как-то не поверила, потому что они все равно там какие-то аппликации делали. Ну, не знаю. Тем не менее, очень ему понравилось. Он быстренько схватил эти аппликации и сказал, что все, это теперь мои подарочки. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me.